В следственном изоляторе Усть-Каменогорска находится более 100 граждан, подозреваемых в причастности к январским событиям. В целях тщательного изучения законности каждого дела в республике была создана общественная наблюдательная комиссия. Ее участниками стали юристы, общественники, правозащитники. О том, какую работу проводит комиссия, узнавали наши корреспонденты. Члены общественной наблюдательной комиссии по Восточно-Казахстанской области встретились с людьми, которые подозреваются в участии в массовых беспорядках в январе. Как отметили правозащитники, очень важно, чтобы все граждане были обеспечены качественной юридической помощью. Провели встречи с следственно арестованными, побеседовали, узнали об условиях содержания, о их проблемах. В основном все довольны. Важно отметить, что мы также посетили пункт организации питания, медицинский пункт. И также мы отмечаем, что все соответствует национальному и международному законодательству. Сегодня к нам обращалось несколько следственных арестованных, в основном из Семейского региона. Некоторые интересовались тем, о качестве оказываемых им юридической помощи адвокатами. Было разъяснено о реализации законодательства о гарантированной юридической помощи, было выяснено, что все обеспечены профессиональными защитниками. В настоящее время ведутся следственные действия по всем фактам. На данный момент по январским событиям в учреждении отбывает 102 человека. Никаких неправомерных действий со стороны сотрудников в отношении них не производится. Содержатся в камерах, где круглосуточно установлено видеонаблюдение, ежедневно посещается врачами, курирующий прокурор. Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев в одном из интервью прокомментировал информацию о пытках. Он отметил, что нельзя допускать подобных действий, и по всем жалобам будут проводиться расследования. Ирина Санникова, Арайлым Нигметалла Кызы, Асхат Ордыбаев, Алтай Акпарат.